Первоклашки этого года усядутся за школьные парты еще не скоро. Пока экзамен для их родителей. Чтобы записать ребенка по месту жительства в 30-ю гимназию, многие заняли место в очереди еще засветло. Однако, как уже неоднократно сообщали представители управления образования, это вовсе не обязательно. Подать заявление о зачислении ребенка в первый класс можно не только в школе в порядке очереди, но и прямо из дома через портал госуслуги. Тех, кто все же решил перестраховаться и подать электронные заявления прямо в гимназии, оказалось немало. У нас в кабинете, специально отведенном, сидят операторы, готовые уже для помощи родителям в подаче заявления. Ровно в 9 часов дается старт процедуре и подписывается акт у нас директором учреждения, ответственным по приему, ответственным по информатизации и председателем совета учреждения. Подписываем акт в 9 утра. И начинается процедура зачисления. Всего 50 мест в первых классах. Зачислят тех, кто раньше подаст заявление. Портал для зачисления открылся ровно в 9 часов утра. В кабинете 10 операторов, которые начинают работу с первыми в очереди. В это же время другие родители сами вносят данные из дома. Как выяснилось, это намного быстрее. За первые 5 минут было подано 28 заявлений. И все с домашних компьютеров. Многие родители в этом году решили перестраховаться. Например, папа регистрируется из дома, а мама в школе с помощью операторов. Или наоборот. Мы подавали из дома заявление, то есть я сидел дома, потому что педагогическим коллективом была проведена гигантская работа по недопущению вот этих всяческих живых очередей, перемещаний и тому подобных вещей. Вот. Нас уверили в том, что сайт будет работать безотказно, ну и ровно в 9 часов он открылся и, конечно, не без препонов, но удалось зарегистрироваться на сайте. Супруга здесь как бы присутствовала, вот. Но это исключительно ради того, чтобы сейчас не стоять вот эту вот большую уже очередь, которая сформировалась из людей уже с документами. Муж регистрировался из дома, и, в принципе, проблем никаких не возникло. Сюда приехали для подстраховки, чтобы подать побыстрее документы. Как выяснилось, во всех случаях родитель, регистрировавшийся из дома, опережал того, что вводил данные при помощи оператора. В итоге-то получилось, что я электронно зарегистрировался быстрее. Я так полагаю, это связано, наверное, с тем, что сегодня у нас регистрировалась только одна школа. Возможно, когда в дни, когда будут регистрироваться несколько школ, могут наблюдаться проблемы, мне так кажется. В итоге рекорд прошлого года был побит. За 10 минут 77 заявок на 50 мест. В итоге администрации школы было принято решение об открытии еще одного класса на 25 мест. Так что в гимназию будут приняты практически все желающие. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.